правду. Жуткая правда у автомобилей производителях. Так вот, как бы вы ни хотели там, но самые лучшие автомобили делаются для Соединенных Штатов. Именно Соединенные Штаты в 90-х годах открыли небольшую дверцу, в которую хлынули японские автомобили. А когда они пришли на рынок Штатов, то они поняли, что американец, который был зачат в американском автомобиле, без комфорта жить не может. И, соответственно, решено было раскрутить марочки. И тогда появились такие бренды, как Lexus, как Infiniti от Nissan. Ага. Ну и потом пришел мотоцикл на четырех колесах. Что за мотоцикл? Мотоцикл Honda. С каким брендом он пришел? С брендом Acura. Так вот, этот бренд, это что-то с чем-то. Они для Японии такие машины делают. А катаемся мы на очень скромной Acura RSX S-Type с двухлитровым двигателем, самой большой литровой мощностью. Точнее, в этом самолете или в этой ракете 205 кобыл. Нормально, да? Но если вам очень сильно захотелось еще посильнее погонять, вы можете чуть-чуть чипануть, получается 225 кобыл. А если вам охота туда воткнуть турбокит, ну, недорогой, кстати, исполнил, что кибак стоит всего, то вы получаете с 2 литров, так, между прочим, 275 кобыл. А система закиси азота, которая стоит тоже недорого, 1500 баксов всего. И все, и полетели. Ну что, это мы немножко прогревали резину. А теперь, помните фильм «Форсаж»? Симпатично? Сотни. Нормально? Это самый быстрый переднеприводный автомобиль в мире. Фу. Прокатились с ветерочком. Сколько стоит машина 2002 года? Видите? Она стоит 30 тысяч зелененьких. Стоит ли эта машина того? Да, конечно, вопросов нет. Сколько стоит она новая? Ну, вот я ж, и тем более она не квотируется вообще никаким образом для России. Если там Infiniti боком так еще везут, то вот так уру нет. Но вы сейчас имеете такую возможность приобрести абсолютно оригинальный и неповторимый, потрясающе мощный автомобиль. Что из внутреннего убранства. Это автомобиль спортивный. И по сути, и по духу. Поэтому здесь все так несколько выдержано в духе спорта. И нету ничего лишнего. Стандартные 4 подушки безопасности. Еще немножко удовольствия. Напоследок. На второй скорости. Пробуксовка. Аляпата!